Всем привет! На предыдущих уроках мы с вами вязали шапочку Бинни и варежки. Вот такие замечательные под эту шапочку с елочками. Сегодня я бы вам хотела показать вот такой небольшой снуди, который я связала под свою шапочку Бинни. Смотрите, я набрала 37 петелечек, провязала чулочной вязкой обычной, как мы вязали шапочку Бинни нашу. Провязала вот так вот буквально сантиметров 50 и аккуратненько сшила, как мы сшивали и шапочку, вот таким вот аккуратненьким шовчиком, протяжными такими вот петельками, протяжками, так сказать, или столбиками соединительными. У меня получился довольно-таки интересный такой замечательный снудик, который связать, я думаю, у вас не составит труда. И получится в итоге у вас такой же замечательный подарочный наборчик, либо для себя, для этой зимы. Я думаю, хватит вам не на один сезон. В общем, я поделилась с вами вот такими своими новостями. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!